Ну что, друзья, мне кажется, что у нас неплохо получается поддерживать нужный темп, потому что каждый день выходит новая серия по прохождению нового Far Cry, конечно же, шестая часть. Но для начала, здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на продолжение прохождения игрушки под названием Far Cry 6. И, конечно же, друзья, перед тем, как мы начнем, продолжим, начнем, я хотел бы пожелать всем приятнейшего аппетита, кто кушает, всем приятнейшего просмотра. Собственно говоря, какие же у нас сегодня планы? На самом деле, планировать что-то в Far Cry, мне кажется, эта идея, ну, так скажем, не то что бесполезная, но не особо имеет смысла этого делать, потому что что-то по пути мы встречаем, какие-то дополнительные квесты, в общем, ни в чем себя не ограничиваем, проходим как основную сюжетную линию, так и то, что, собственно говоря, попадается нам по пути, какие-то там кратковременные задачи, какие-то перехваты, захваты, еще что-то, в общем, ну, вот так вот Far Cry, собственно говоря, и построен. Итак, значит, основное у нас сейчас знакомство с Монтеро, значит, там нужно познакомиться, вот этот чувачок-то Филли как-то особо не подружился, сказал, вали туда, вот, и там вот потом уже, потом может быть. Так, значит, что мы можем сделать? Мы можем, в принципе, кстати, использовать сейчас... Я же на самолете-то не полетал. Я, конечно, ничего не хочу говорить, но просто... Блять, я не знаю, чем это... Подожди, так, это у нас тайник ФНД, тайник ФНД. Блин, вот этот мне остров прям не дает покоя, сука. Он еще отмечен красной зоной, чисто вражеский остров. И я думаю, что мы как-нибудь туда все-таки доберемся. Так, значит, а где у нас эта взлетная эта полоса? Подожди, взлетная полоса это вот здесь вот. А туда... Подожди, а я не могу... да? Бля, хуёво, что я могу сказать. Ну ладно, тогда перемещаюсь сюда. Оказывается, я не могу туда почему-то телепортнуться. Ну, в смысле, не почему-то, потому что там нет просто какого-то, так скажем, точки респауна около этой взлетной полосы. Может быть, она потом, когда я подружусь с Филли, появится. Так, ну что, тогда берем вертушку. В принципе, это стандартная вертушка, которая там имеет какое-то хотя бы оружие, если что. Бля, ну тут, конечно, с полетами все сложно. И сейчас по мне опять будут выцеливать, потому что здесь же, типа, запретная зона. Я сейчас, типа, бочку какую-то задел. Просто я, мягко говоря, ее даже не видел. Ну ладно, хорошо. Подожди, стоп, а вот это вот, ну, типа, зона, где нельзя летать, это вот где вот это вот зенитки, да, установлены, которые я снес. То есть, получается, так как я снес ту зенитку, в принципе, эта зона стала безопасной для полета. Или как это так происходит? Блин, на самом деле, я боюсь представить, сколько здесь дополнительных квестов. И, естественно, мы игру на 100% не пройдем, как это, в принципе, было у меня со всеми Far Cry'ами. Это невозможно, это займет серии, наверное, 50. Тем более, что поговаривают, что основной только сюжет Far Cry 6 длится примерно 30 часов. То есть, вы понимаете, насколько, да? Это как бы, это и в любом случае затянется на 30... Это я перепутал сейчас клавишу Ctrl и Shift немножко. О, вот, да-да-да, это зенитное орудие, если поблизости обнаружено. То есть, блядь, я, конечно, могу попробовать. Все, тихо-тихо, похуй, нормально! Он летит, блядь. Сейчас, нормально, я не похуй, мне похуй! Блять! Ты чё, сука? Блядь. Я не успел, не дострелил, да? Блядь, сука, говно ёбаное. То есть мало того, что эти зенитки, кстати, мне в комментариях еще кто-то, я помню, написал, что типа, Саня, ты вообще как бы видел, что у тебя, ну, как бы рюкзак, блядь, есть, которым ты можешь зенитку уничтожить? Я-то видел, только проблема в том, что... Так, друзья, вот это все-таки как спаун. Ну, это просто как точка спауна, но при этом я телепортироваться на нее не могу, правильно я понимаю? Блядь, я же не отстану, я все равно, блядь, хочу на вертолете. Надо просто наоборот выше лететь, потому что если меня подбивают, у меня есть шанс хотя бы успеть выпрыгнуть с вертолета и там на парашюте аккуратненько спуститься. А если это происходит, соответственно, на низкой высоте, как сейчас это было, то у меня есть уже некие проблемы, потому что мне особо деваться, собственно говоря, некуда. Не, пацаны, я так это просто не оставлю. Блядь, почему я Shift все время... Мне хочется на пробел взлетать, а на Shift как бы приземляться. Хотя на Ctrl надо приземляться. Не-не, я так просто это, блядь, не оставлю. Сейчас мы аккуратненько долетим. А, еще что хотел сказать. Значит, вот это, во-первых, Supreme, у меня сейчас там какая-то ядовитая хуйня. Я выбрал именно этот Supreme, это во-первых. А во-вторых, он же на этот... срабатывает, типа, на этих NPC. То есть он не будет стрелять. Я не могу выстрелить, я так понимаю, прямо вот по этой зенитке. По-моему. Еще кто-то писал, что это, в принципе, бесполезная херня. Типа, так, ну, не получится, ну, уничтожить ее. А, по поводу, кстати, карты. Я спросил. Так, сейчас. Да-да-да, сейчас я сообщу, блядь. Сейчас только я ебану сначала, а потом сообщу. Сейчас. Блядь, по-моему, не попал. Не попал? Блядь, сука, рядом!
Блять, да что за хуйня-то, ёбаная, а? Пиздец, как его, сука, уничтожить? У меня просто нет подходящего, у меня нет пока РПГ, я не знаю, блядь, как это возможно сделать. Это практически нереально, мне кажется. Хотя мне тот раз получилось его уничтожить. Сука, беспилотные, блядь, эти самые. Так, о, здравствуйте. Здравствуйте. Тихо, тихо, тихо. Ты давай-ка, блядь, это, подожди, я тут... Я понимаю так, что я правильно десантировался, блядь. Чтоб спасти. Ну как спасти? Скорость передвижения? Так, нормально, нормально. Это у меня ботинки, да, по-моему, специально? Чё такое? Нормально, сейчас освободим всех, кто по пути. Злоба, транспорт, наступить. Чего, блядь? Тоня, сколько же здесь вывернутого табака? И чё, это намек на то, что это можно, типа, сжечь тоже? Так, у меня такой задачи как бы не стоит. Блядь, то есть я, получается, без РПГ вообще не могу эти, да, уничтожать? То есть я не могу и не полететь? О, вражеский самолет пролетел. Не могу и полететь, потому что, как бы, мне пиздец. И не могу это самое. Слушай, это намек на то, что я реально могу это, типа, сжечь? Просто у меня, как бы, такой задачи не стоит. Либо надо сначала у кого-то квест взять. Так, впереди, получается, там зенитка. Мне нужно налево. Ага, это объект туда. Блядь, ну я не смогу, мне нечем. Нечем, блядь. Я еще не открыт в арсенале этот самый. Что-то, блядь, надо поменять этот, как его, арбалет. Потому что, по сути, нахер не нужен. Так, винтовка. Ага. Но урон, короче, можно не смотреть, потому что, по сути, можно сделать бронебойные эти самые. И, как бы, блин, может попробовать дробовик взять? Вообще лучше экспериментировать, как бы на то Far Cry разновидность такая большая, что тут как бы постоянно какие-то эксперименты. А, это типа как обрез какой-то, да? Тут полетел, блядь. Ладно, погнали тогда, я не буду лезть на эту зенитку, потому что мне нечем будет просто бить, добивать. Что? Вижу его, здравствуйте! Блядь, ну такое нахуй. Не, ну в принципе дамага... Ты чё, сука, мою кошку не трогай, блядь, слышь? Ой, хуя он бронированный, блядь, подожди. Да, как и я могу, блядь. С непрокаченным дробовиком пытаться разобраться, блядь, на каких-то плантациях. Ладно, я побежал, короче, пока мне пизды здесь не дали. На этот табачный, блядь. Тихо, тихо, кто там? Блядь, сейчас вертушку подключу, мне пизда будет. Мне пизда будет. Так, я правильно же бегу? Ну, практически, да, нормально. Кстати, возможно, вполне, что сейчас будет связана эта хуйня с тем, что эти поля надо будет сжечь. Не, ну у меня же не было такой задачи, поэтому, как бы, я ничего и не хочу, как бы, предпринимать раньше времени. Так, здесь я, по идее, не могу, конечно, его снять. На всякий случай. Бля, ну тут как бы... Тут сейчас что-то будет, блядь. Тут сейчас что-то знакомство с Монтеро, занятие неподалеку операции. Так, да-да-да-да. И мы именно туда, собственно говоря, и двигаемся. А я что, не отслеживается она? А, у меня не отслеживается она, кажется. Так. А, по поводу глушака также спасибо, что объяснили. Короче, если я типа прям хуячу с этой пушки, и у меня нагревается глушитель, то он, соответственно, уже не такой бесшумный становится, как хотелось бы. Так, топливо подобрал. Ну чё, просто вламываюсь, блядь, найдите спаду. Так это замечательно, конечно, надо найти спаду, но, блядь. Там я так понимаю, что... Это испада шутить не любит. Чёрт. Ещё один труп. Бля. Походу, тут сейчас будет весело, блядь. Походу... Меч? Её клинком надо назвать. Где он меч увидел? А, понял, блядь, я как обычно в своем репертуаре, нахуй. Так, у меня боеприпасы, наверное, нормальные. Бля, ебать, она что, всех перебила, это Монтеро здесь, или что, блядь, я не понимаю. Бинго. Пиздец. Ничего себе. Да ты не удивляйся, Дани, мы с тобой не такие замесы уже устраивали и будем устраивать, как бы, это все херня пока что. Так, что, на второй этаж получается? Нихуя тут замок целый, блядь. Целый замок, блядь. Почему я решил именно здесь подняться? Ладно, похуй. В этом замке пока, бля, разберешься, так, этот еще живой. Братан! Подскажешь, может? Нет, нет, в каком направлении хотя бы примерно? Что за херня там происходит? Ты что, в одиночку, реально? Нет, ты знаешь, кто правда предал нашу страну? Твой босс, генерал. Так. Ну, я услышал разговоры за дверью. Стой! Нет! Бля, в натуре а в одиночку, чё, блядь? Так, Камила Ла Спеда Эспада. Ух ты, ебать. Ты кто, блин, такой? Дани, из Либертад. А почему мата нет, как в Far Cry 3, я не понимаю? Малышка Монтера. Хренов Фили. Мне нужен твой отец. Клара хочет заключить сделку. Плевать мы хотели на Клару. Ты работаешь на Клару? Ты дочь Карлоса Монтера? Прошу, пощади. Ну, где твой лейтенант? Обещай, что пощадишь. Каю Велириал! Каю Велириал! Личный остров Косе! Все узнала? Нет. Блин, это, сука, такое смешное в этом рюкзаке, пиздец. С этим рюкзаком, точнее. А он скажет своему боссу, Хосе Кастильо, что я перебью всех его лейтенантов. Опасненько, блядь. Затем я освобожу всех изгоев, выращивающих табак. Ради мести. И, наконец,
Он скажет Хосе, что я перережу ему глотку. Это за меня. Непростая девчуля, блядь. Просто скажи ему, что здесь была меч. Ага. А своим друзьям, что они попали? Ну что, к отцу? Вот тут как-то знакомство, как-то, знаете ли, сразу сложилось. Как-то все очень ко даже мне. Вполне нормальное общение. Взять лошадей. Окей. Мне кажется, они могли вызвать подмогу каким-то образом, да? Я правильно понимаю, что нам сейчас надо быть? Понял. Ну поехали, блядь! Так, а что там, где мой дробовик на ближний бой? Хотя он мне вряд ли понравился. Я за пулемет! Что там у вас? Потери? Сейчас еще будут потери, нахуй, блядь! Так. Едут. Давай. На УАЗиках, блядь, катаются. На УАЗиках, блядь, только настоящие нормальные пацаны катаются, блядь. А не хуй пойми кто. Где, слева кто? Она вообще... Блядь, ёбаный кто? А, блядь, вижу. Пизда. Я, конечно, не очень уверен, что мне безопасно находиться. Блядь, пизда, там какая-то начинается. Ёбаная, она помогать вообще будет мне? Я горю, нахуй. Опять эта химическая хуйня пошла. Ах ты, сука. Ебать, ты чё, тварь, делаешь, блядь? Ну-ка, где мой дробовик? Ебасос! Нихуя себе, блядь. Так, она может меня прикрывать? Я буду с пулемета хуячить. Куда погнали? Там враги, блядь. Я не могу. Бля, пантера какая-то такая. Блядь, я понял, короче, проще так. Снайперка. Нормально. Так, защитить район. Да, это без проблем, это мы сможем. Так, погнали. Кто? Блядь, как мне не хватает прицела. Хотя, в принципе, справляюсь. Бля, как мне нравится эта винтовка, пиздец. Мне кажется, когда я буду это самое... Надо еще не звать бочек. Ты что, охуел? Пёсика моего, блядь, это отравливает, блядь. Травит, блядь. Ой, бля. Вот сейчас, кстати... Бля. Блядь. А, то есть она позволила просто в наглую... Сам ты курва, блядь. Пизды получил. Меч разъебал. Хедшот. Пожалуйста. Давай. Быстрее, блядь! Прикрой, дура! Дура, прикрой! Дура, прикрывай! Блядь, да как так-то нахуй? Чё за бред? Я должен был... Я же по нему стрелял ровно. Там пиздец какой-то. Да я ж попадаю в него, блядь! Он бронированный, что ли, сука, или кто? Заебала эта хуйня, в смысле? Блядь, ладно. Ты думаешь, что мы серьезно с винтовки можем сбить вертолет? Мне кажется, проще. Так, ты что, блядь, залагал, блядь, или кто? Так, сейчас все будет. Сейчас все будет. Будем действовать немножко по-другому. Ааа, блядь! Иди, сука, ни один патрон, блядь, его не попадает. Что за хуйня? Перегрел. Заебись. Вот это им воспользуемся. А какого хуя, я не понимаю, что за бред? Я не верю, то, что я до сих пор. Бред, блядь, какой-то. То есть я как бы его сейчас просто. Бредятина нахуй какая-то. Ну реально, почему? Я снайперки выцеливал, да, там главное. Блять, я опять про Супрема забыл. Ёбаный носок. Иди, я за тобой. Блять, я про Супрема забывал. Я же так и не заюзал этот Супрема, блять, который новый. Его интересно было попробовать, чем он на лошадях поскочил. Не отставай, ладно? Ладно, Red Dead Redemption Дай. Начинается. Поехали. Ну садись. Ии, го-го-го-го-го. Давай. Блять, можно я эту уберу карту ёбаную, блять, метку на этот ёбаную зенитку? Блять, нет, уберу, я говорю, уберу полностью, спасибо. Пишу. Так, все, погнали. Бля, не знаю, мне кто-то посоветовал, чтобы я пистолет все-таки использовал, который у меня за эти, ну это, типа, дополнительный. Можно будет, конечно, для разнообразия. Ух, нихуя, не знаю, мне этот пистолет прикалывает, блядь. Какой-то... Тихо. Ладно. Ну, пойдет тоже. Фу, сука, этот яд ебаный. Подожди, а Супрема на коне тоже можно использовать? Супрема на коне тоже можно использовать, оказывается. Каким образом это будет происходить, мне интересно. Сюда, проедем под мостом. Там танк. Там танк, блядь. Я просто на танке еще в Far Cry не катался. Ну так, блядь, вроде бы, да, потихонечку. Надо пантеру поменять. Подожди, я же могу это, в принципе, сейчас сделать. Так, подожди, Амиго... Бля, как-то, ну не знаю, можно, конечно, попробовать ради интереса вот это вот. Но, блядь, мне почему-то так нравится крокодильчик, что, если честно, я хочу, чтобы был он. Ну, прям как-то, не знаю, как-то гуапо мне сразу понравился. Так, а куда мы скочим? Далеко собрались вообще? Думаю, мы ушли. Цель.
порядок. А ты хорош. Да ты тоже молодец. Где тебя научили так стрелять? В военной академии. 5 лет учебы. Полезный навык. А еще я делаю клевый мохито. Поверю, когда попробую. Давно не пила ничего, кроме воды из септического бака пить. Давай притворимся, что это метафора. Так, какой план-то дальше? Здесь тяжко живется. Его племянник Хосе. Мы зовем эту паскуду Наполеоном Эльфики. Малыш Наполеон? Мило. Прозвище милое, человек не очень. Мы, Монтеро, живем здесь уже 200 лет. А, везет ты обратно, чтобы познакомить с Карлсом. Все, я понял, он же сверху слева, блядь, написано. Солдаты заставляют людей работать, пока те не упадут. Камильярда забрали даже моего отца, и он слишком долго был труп. Из-за яда папа заболел. Хотя не признается. И теперь начал собственную революцию. Чтобы остановить Кастильо, тебе понадобится помощь Либертат. Ты не первый, кто мне это говорит. Но папа слишком гордый и доверяет только своей семье. Ты для него либо Монтеро, либо пустое место. Иными словами, у меня нет шансов. А Филли-то этот появится вообще или что, я не понимаю? Ты отличаешься. Потому что мы с Карлсом сейчас будем познакомиться, это, конечно, хорошо. Может, ты ему понравишься? Сейчас он, блядь, такой строгий, нахуй, меня пошлет и все. Спешишь куда-то? Нет, нет, все в порядке. Кардио мне не помешает. Так. Пиздец, да, нормально так мы пропрыгали. Так где мы на карте находимся? Ух, ебать, путь мы проделали, на самом деле, такой приличный. Так, ферма Монтеро. Все, доскакали. Стой, стой. Сюда? Погнали. Так, ну чё? Как пройдет знакомство в очередной раз? Сука, рюкзак, конечно, пиздец у него. Что это тут? Добро пожаловать на запад, Герильеро. Меч и герой. А, вот тут уже. Рад, что вы живы. Сейчас, друзья, с вашего позволения, прошу прощения. Только они и были. Но тебе повезло, он топ. Что ж, вы вовремя. Эль-Хефи готовит еду. Короче, я так понял, Филли теперь тоже нормально относится к нему. Бля, своеобразная хуйня. О-о-о! Ну что, сейчас посмотрим, как у нас знакомство с батей, блядь, пройдет. Дали, папа. Ну, блядь, развлекаловка, нахуй, да? Я представил, просто приезжаешь, блядь, такой, в Ленобласть куда-нибудь, блядь, а там с крокодилом бои, блядь, происходят. Только моего гуапра, блядь, этого гупера, блядь, не надо так. Где была? В разведке. Брехня, кто это? Меня зовут. Я не тебя спросил. Тише, папа. Блядь. Это Дани из Либертат. Либертат или нет, мне насрать. Где его повязка? Папа, оглянись. Здесь фермеры, а не бойцы. Что, Чоризо взорвет Наполеона Эль Пекенью? Эй, слышь, не впутывай Чоризо! Наши люди должны научиться сражаться, Камилла. У нас. Потому я и здесь. Смелый, блядь. Ты не похож на повстанца. Больше на туриста. Больше, блядь, на бизнесмена с рюкзаком. Да, похож, блядь, как он. Виновата будешь ты, Камилла. Угу. Понял. Он тебе рад. А, то есть это типа еще норм, да, получается? Добро пожаловать, герой. Ну ладно, принятие прошло. Оставь на десерт, дружок, хватит. Блядь. Сука, почему нет выбора FPS для катсцены? Не понимаю, ну это пиздец какой-то, реально. Что... Чё, блядь? Что? Я Far Cry сломал? Почему я вид от третьего лица? Что? Поговорите с мастером у стола для строительных проектов, чтобы соорудить постройки в лагере? Сооружайте и улучшайте постройки в лагере, чтобы разблокировать различные варианты специализации. Так, подожди, ладно, это, конечно, все замечательно, блядь. Ну, блядь. Почему, сука, вид от третьего лица? Что происходит? Эй, Клай, я тут встретился с Монтеро. И как все прошло? Ну, Карлосу на меня плевать, а вот с его дочерью мы поладили. Думаю, она мне поможет. Тебе нужно понять их. Завоевать их доверие. Для начала разберусь, что к чему у них в лагере. Пойду осмотрюсь. Хорошо, Дани. Береги себя. Хороший вопрос. Блин. Так, блядь, подожди, ладно, смотрите, чтобы ничего не упустить. Это, конечно, здорово. Надо поговорить с Карлосом. Нужно больше, пожалуйста.
Кто хороший мальчик? Пушистый друг в фильме считает настоящим пире. Посмотрите на эту маленькую сосиску. В этот особенный день мой пушистый приятель заслужил собой... Так, ладно, еще нужно сделать. Врать не буду. Я по собачьей не бум-бум. Грязная карточка с рецептом. Чоризо не должен ходить голодным. Нужно сделать больше копий этого рецепта. Мелкие сингао, так и крокодилье мясо. Черная фасоль, розовая вода. Ебать. Так. У меня тут есть... Охуеть! Блять, это я пока выполню это все туда за крокодилом туда сгонять, блять. Хочешь кусочек? Да, конечно. Так, ну ладно, давайте пока соберем все квесты, потом уже решим, что как вообще выполнять. Блять, то есть типа от третьего лица вид, чтобы удобно перемещаться в этих лагерях было или что получается? Так, подожди, ладно, хорошо, давайте посмотрим, что тут вообще есть. Охуеть, блять. Так. Да-да, подожди. Сейчас, я хочу посмотреть, что тут вообще кто делает. Чем кто дышит, блядь, использовать верстак. Давайте, кстати, да, между прочим, может быть что-то новенькое. Так, а если мы... Дробовик, что там для него есть? Ячейка боеприпасов, дробь. Ага. Блядь, ну типа экспериментировать с дробовиком, ну, как бы есть моменты, когда он нужен на близкой дистанции, но по сути, если уж на то пошло, блядь, обрез в Far Cry... Ну хуй знает, очень спорная хуйня. Так, сейчас попробуем посмотреть, что можно еще со снайперской винтовкой сделать. Но, вот это вот, кстати, да, тут выстрелов в минуту 180, скорострельность у нее действительно выше. Причем прилично. Если мы, в принципе... Ну не знаю, мне просто это как-то, не знаю, нравится, я не хочу, мне все устраивает в ней. Это вообще имба нахуй, просто, блядь, ее можно прокачивать и прокачивать, мне вообще больше нахуй ничего не сдалось. Вот это как бы мне винтовка, не знаю, может быть она, конечно, выстрелов в минуту у нее больше, кстати, намного, блядь. Не знаю, блядь. Точность выше. Но опять же, все еще заключается в прокачке. Все еще заключается в прокачке, поэтому смотря как прокачать. Не знаю, я тоже не хочу менять. Что можно поставить вместо дробовика? Что еще такое, блядь? Ну, РПД пизда просто какой. Вообще просто пиздец какой пиздецовый. Ну, реально. Ну, просто это вообще дичь какая-то. Можно пистолет... Давайте попробуем какую-нибудь эту, да, быструю хуйню. Потому что вот этот СМГ я не юзал еще ни разу. Так, и, соответственно, четвертое, это тоже я менять не хочу. Так, там, по-моему, какие-то аксессуары новые у меня открылись, нет? Мне показалось, какой-то брелок, или это не аксессуар был, я просто заметил. Нет? Ладно, похуй тогда. Так, чисто проверил. Так, здесь у нас пока мы так и не попробовали этот Супрема. Ну, хорошо. Допустим, что я могу сделать с винтовкой? Ячейка дула. Так, ну здесь у меня это я уже покупал, ну, заебись. Так, это... Ага... Ну вот, кстати, здесь можно было бы потратиться. Усовершенствуем боевой оптический прицел для средних дистанций с четырехкратным увеличением. А, с восьмикратным позволяет... Блять, ну можно ее тогда уж, давайте. Так, позволяет... Какой из них лучше? А чем различие? Маленький... А, просто в названии, блять. Не, я думаю, вот это надо хуйню, потому что восьмикратное увеличение, чтобы эта снайперка была действительно снайперкой. Так. Ну и тот, они одинаковые. Хорошо, давай вот этот вот. Так, здесь ячейка прицелом посмотрели. Здесь боеприпасы как бы в принципе... У меня пороха больше нет все равно. Что-то улучшать. Подожди, а для этого тоже не могу сделать, да? Просто, блядь. Ах, бронебойная, пиздец. Ну это просто имба, реально. Это просто имба. Бронебойная можно ставить, и как бы вообще это будет просто какая-то непобедимая хуйня. А, еще, кстати, в комментариях видел, что можно с тачки снять кенгурятники, то они будут быстрее. Это тоже так работает. Ну и, соответственно... А, кстати. А, все, понял. Подожди. В чем разница? Еще раз, турель позволяет разработчику стрелять... А, травленными боеприпасами. Ну пусть, ладно, попробуем, я не знаю. Ну, в принципе, у меня нет задачи, чтобы тачка у меня там как-то ехала быстрее, как бы. Пусть она будет там с кенгурятником, со всей хуйней. Так, ладно, это мы посмотрели, это просто верстак был. Что там за строители, блядь, есть? Вот это меня вопрос волнует. Вон, стоит, что он делает-то, блядь? Что там строить, блядь, можно? И на какие шиши, блядь, я должен? Эй, чоризо, глянь, что у меня есть. Подожди, что такое? Лагерь повстанц, новая постройка, допустим. Топливо, лекарства. Не воюйте на пустой желудок. Зайдите, меняйте мясо зверей. Типа... вот так эта хуйня работает. Ну да, тогда что бы я просто так-то? Короче, надо собирать побольше этой хрени. Я просто много пропускаю. Так, и получается теперь закусочная.
У каждой постройки свой прикол, короче, есть. Ни хрена себе они, блядь, продумали, как... Да, такого, конечно, в Far Cry раньше не было. Набор для походной кухни. Так, говоришь шеф-поваром, ну-ка. Рецепты. Боевые свинцовые, мясо хуети, блядь. Шеф-повар известен тем, что всегда все понимает буквально, но вряд ли необходимость вылавливать... В не особо вкусном блюде гильзы действительно подготовят повстанцам к грядущим сражениям. Бобовые и свинцовые. Позволяют носить с собой и собирать больше боеприпасов всех видов. Длительность эффекта минута. Блять. Ну, вот эти кратковременные хрени. Ну, типа, у меня есть вот это мясо, похуй, наверное. Окей. А как его активировать, чтобы улучшать? Так, подожди. А как активировать этот эффект? Здесь где-то? А, он, наверное, в хил будет где-то, да, в снаряжении. Ну, такое, на самом деле. Я этого обычно забываю все время. Так у меня нет мяса же. А, есть у меня мясо? Держи. А-а-а! Как запарился ради песеля. Ты это заслужил, Перито. А-а-а! Прелесть. Теперь-то мы станем амигос. Правда ведь? По-моему, лишь бы покушать. Иранская история с хорошим... А, у меня... Все, я понял. Так, собачий клад. Погладьте чериза? Блять, тут целая, сука, ветка квестов с песиком, блять. Так, собачий клад. Ну, наконец-то, приключение для настоящего героя. Чериза хочет что-то тебе показать. Что это? Где оно? Стоит пойти за ним, чтобы узнать. Так, подожди. Это, конечно, здорово, но я еще не все изучил в лагере или что? Или... Интересно, чего он хочет? Что у тебя тут? Это мне? Что? Кайф! Чё там? Крис Супремо? Наверное. Да, блять, он сейчас свои нычки, блядь, покажет, или чё, я не понимаю. Он просто раскопал какой-то клад, а там этот Крис Супремо. Нихуя себе, блядь, он тут закопал, блядь, повсюду. Ещё это... подарок. Чё, такой... я не заслужил. Такой милый песик, блядь, прикольно. Ну-ка. Так, а чё тут? Неплохо, Чоризо. Нормально, блядь. Так, это, ты Гуапро, блядь, его не обижай. Чоризо наш друг маленький теперь. Так. Здесь еще. А тут как он, блядь, спрятал? Реально? У тебя повсюду нычки. А! Маленький повстанец. Умный загадочный мальчик. Ключ. Иранский пес. Подожди, что за... Гуапро, блядь, не мешай этому Чоризо, блядь. Что за зоопарк, блядь, мы развели? Подожди, а что? Ну ладно, как бы, хорошо. Да, ебать, тут реально зоопарк. Ну, кого только нет. Бля, чё сейчас будет? Где? Конью, походу у тебя куча секретов от нас. Мьерда, ты меня совсем разбалуешь. Бля, ништяк! Нихуя не делаю, получаю всякие ништяки. Мне это нравится, блядь. Мне это нравится. Еще тут? А Филли в курсе? Ну, судя по всему, хотя, нет. Что это я? Он, небось, и помог тебе стащить все это. Так, тут что? Грасиас, Чоризо. Жетон Чоризо, брелок. Это начало прекрасной дружбы. А вот эти... О, все? Подожди, мне кажется ли он теперь, я могу его использовать? Или нет? Лоис Карлсон. Так подожди, это все, конечно, здорово. Четвертый ранг, тоже замечательно. Торговый Сухуана, доступно оружие. Блять. У меня не так много, блядь, песо, хуеса, блядь, мне нечем платить, вот в чем проблема. Так что, реально? Подожди, стой. Центр внимания, очаровательный Чоризо отвлекает врагов, давая вам... Основное испытание завершено. Да-да-да, спасибо. Чоризо отвлекает врагов, давая вам возможность подкрасться к ним и застать вас плох. У него еще способность ищейка, да, гладить можно острое чутье. Да пусть он побегает, что да, такой миленький. Прикол. Нормально, мне нравится. Так, хорошо, подожди. А, здесь квест... Синим это доп, наверное, да? Желтым это, соответственно, основные. Еще с этим надо поболтать потом. А что это такое? Что тут? А, там приставка есть, точно. Я заметил, да, что она подсвечивалась. Так, а тут что? О, VIP-клиент пожаловал. Конья, а вот и повстанец. Эй, ну сделай... Да, ничем я могу помочь. Бенито, не хочешь снова заняться пиратством? Нам нужны ресурсы, инфа, союзники. И только ты можешь их достать. Я буду отправлять к тебе всех, кого спасу. Они с радостью пойдут против Антона. Скоро у тебя будет армия пиратов. Бенитос Бандидос. Скажу честно, бандитос, звучит отлично. Присылай людей, а я пока разузнаю, где можно чем-нибудь поживиться.
Viva Libertad! Viva Libertad! Набранцы увеличат численность ваших войск. Так, подожди, ладно, что за операции бандитов? Проводите операции бандитов, отправляя лидеров и новобранцев на задание. Лидеры будут присоединяться к вам по завершении операции и иранских историй. Число новобранцев будет увеличиваться после освобождения пленных, порчи пропагандистских плакатов и уничтожения билбордов. Ебать. Оружие Бенито. Убегая от Ягуара, Бенито потерял экспериментальное оружие ФНД. Скорее всего, оно в пещере к северу от нашей позиции. Назначить отряд Бенито. Отправить. Хуя себе, блядь! Это чё за этот? Я не понял. Это типа... То есть я могу поручать задания еще какие-то? Тоже такая прикольная фишка. Так, подожди, а ты что хочешь мне сказать? Я Лола, также известная как богиня торговли и слухов. Ага. Продаю на черном рынке все, от пушек до сортирки. И никакой там же подерки. У меня только мягчайшая бумажка. Я тебе с радостью продам что угодно, но у Яры есть проблема, которую нельзя игнорировать. На рынке появилась очень стрёмная хрень. Лейтенанты Кастильо разработали смертоносное оружие, и я знаю, где они. Давай проникнем к ним, украдем эту срань и слиняем. Готовь припасы, выбирай место, а я доставлю тебя в своем такси. Охуеть. Охуеть. Укради PG-240X из информационного... Какие-то миссии прям... Охуеть. У него тут какие-то еще специфические, блядь, пушки есть сразу с улучшалками, как я понимаю. Фигурка кролик. Пизда, блядь. Просто какие-то спецоперации. Я в ахуе, нахуй. Так, ладно, хорошо. Что теперь? Давайте сначала к ней, наверное, подойдем. Бля, жесть какая-то. Так, ну что, поболтаем. Наполеон Эль Пекеньо. Один солдат сказал, что он на личном острове Эль Пекеньо. Возьмем лодку на причале. Это не тот? И доплывем, кстати, до Кая Вильяреале. Уберем этого Сенгао. Это не тот остров, который в игноре остался у меня. Будет круто, если это он. Так, помоги мне поймать лейтенанта на частном острове Хосе. Мне нужна помощь в охоте на... Затем лейтенант. Встретимся на пристани. Так, будем искать... Подожди, ну-ка. Блять. Хотя хуй знает. Не, ну все равно. Подожди, частный остров. Ну, может быть, конечно, еще вот... Ну, тут их много. Это мы просто здесь встретимся, а потом я не знаю, какой из них, блядь, вот этот вот остров. Ну, было бы прикольно, если бы это... Его покоя просто не дает этот остров, реально. Так, ладно, это мы взяли, потом разберемся, что сначала... Так, подожди, а что за петух, блядь? Что за хуйня? Что такое? В общем, шпор из-за шпор? Я местный чемпион по петушиным боям. Мы из гор Зито собирались завершить карьеру победителями. Но Рамон... Это Тихо де Пута обколол своего петуха и выиграл в последнем бою. Сингао. Мне пришлось отдать Рамону шпоры Гордито. Взгляни на него. У него травма. Он почти не ест. Даже перышки потускнели. Не дает даже обработать ему коготки. Ты просто обязан вернуть его шпоры. Лады? Пожалуйста, папи. Так, Гордито нужны его споры, заберите их у Рамона. Этот Хиджо де Пута, Рамон жульничал на петушиных боях, а теперь шпоры Гордито у него, верни их. Хорошо, а где они находятся? Да, вопрос. Мать, ты просто огонь. Подожди, а где они, блядь, думаешь, споры за шпор? Иранская история. Бля, ебать, я сейчас квестов наберу, походу. А, 2 километра, ёбнуться, это он, оно сейчас отслеживается, да? Да. Подожди, где находится? Ебать! 7-й нахуй ранг! Тут пизда опасность, бля, какой нахуй? Туда я не попрусь. Не, ну попрусь, конечно, когда-то, но... Ладно, это так скажем на перспективу. Подожди, а этот что такое? Участвует в петушиных боях? Что? У тебя нет петуха? Вместо него будешь ты выступать, что ли? Коробки возле арены. И не говори потом, что Иван тебе не помогает. Я могу и сам без петуха... В коробке между... Души. Вот это что ли, блядь? Взять петуха. Соберите коллекцию петухов, чтобы принять участие в петуху. Что нахуй, блядь? Подожди. Значит, хочешь повеселиться? Ну, типа. Думаешь, твой петух чемпион? А что ты? Я на это могу повлиять как-то? Серьезно, блядь? 100 песо могу выиграть. Подожди, и что? Атака на близкой дистанции К. А можно, блядь, еще более какие-то неудобные управления? Что за хуйня, блядь? Как я должен это делать? КЛДЖ. Так.
Если вы получаете урон или промахиваетесь от такого врага, ваша шкала ярости заполняется. Когда... Левый контрол. Почему КЛДЖ, блять? Что это? Что, блядь, Mortal Kombat, нахуй? Ну, у меня как бы выбора особо нет. Что, блядь? Это что за хуйня, блядь? Подождите. Порази, ЛКДЖ. Так, я готов, блядь. Бля, а чё, уже? А, нет еще? Пиздец! Так, подожди, подожди. Я слева, да? Бля, у меня общипанный петух какой-то задроченный, нахуй. Ебать! Блядь, это гениально просто, нахуй! Блядь! Нихуя! Ебать, я его... Ебать, я нормальную пизды дал, блядь! Хуя! Охуеть! Второй раз... Это реально Mortal Kombat петухов, блядь, что? Это серьезно, блядь? Блядь! Тихо-тихо-тихо! Нихуя! Блядь, у него этот самый доступен! Я боюсь нахуй! Ай, блядь! Хуя! У него этот гнев, блядь, доступен! Подожди, подожди, сейчас. Блядь, он сейчас отпиздит меня! Бля, у меня доступна атака Гайо! Так! Тихо, 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 последняя решающая хуйня, решающая! Ебать, нахуй! Давай, давай, я не... Блядь, тихо, тихо! Давай пизды ему! Сука! Хуяч! Хорош! Петушиные бои, блядь! Тихо, все, последний удар! Блядь, тихо, тихо! Смотри, что делает! Блядь, чуть не откомбэчил, пиздец! Чуть не откомбэчил, прикинь! Я главный петух, блядь! Че, еще один? Все, нет, победа! Ебать! Сука, это гениально, блядь. Это гениально. Не, все, выйти. Награда 100. Короче, я могу бабки, блядь, так рубить. Вы видите, петуха из клетки. Проведение. Да это я все понял. Охуеть. Петушиные, блядь, бои. Кто бы мог подумать, нахуй. Так, ладно, теперь опасный диалог намечается. Я знаю, ты не доверяешь мне, Кларе и Либертад. И другим ее маленьким Камемьердас. Я тебя не виню. Мы тут пока никто. Так и есть. Понял. Что еще знаешь? Что Наполеон Альпекиньо украл у вас землю. Что яд, который он распыляет, убивает ваших людей. Знаю, что ты болен. И умрешь, но не попросишь помощи. Не выбрасывай то, что может пригодиться. Склад, где они хранят отраву. Сожги дотла. Опять? Что разносят яд. В порошок сотри. Распылители на полях. Уничтожь. Хочу. Как скажешь, Хаки. И открытку пришли. Расхуярить все, короче, задача максимально простая и ясна, в принципе. Так, за чистый воздух. Сюда. Бля, я не знаю, может быть... Но я вот не знаю, вот это... Хорошо сказал. Подожди, стоп. Мне просто интересно, а что будет, если этот, как его? Закупитесь. Я просто не могу не проверить это. Укради так, ага. Это типа какой-то... Нихуя награду там пиздоты, какую-то защиту от яда. Одиночная. Ну хорошо, давай попробуем. Просто я обязан это проверить. Что, это что, прям какая-то полноценная операция, миссия, блядь. Она меня сейчас куда-то довезет, блядь, на своей шестерочке. И я должен ты буду... Ты торгуешь прямо в своем такси? Умно. Да, и узнаю от пассажиров свежие сплетни. Так я узнала про одну новую штуку. Ученые Кастильо создали химическое оружие. PG-240X. С ним они хотят помешать революции, а потом нажиться, ебать, продавая эту срань. Это вот сейчас я должен вот это вот все, блядь, нужно здесь. Нужно их остановить. Хочешь им помешать? Укради оружие.
Но учти, оно очень нестабильно, и военные хранят его в холодильниках. Тебе сто пудов нужны командиры. Ключи у них. Да, логично. О, и вот еще. Если образец нагреется, тогда тебя придется собирать в совочек. Охуеть! Как только ты достанешь его из холодильника, беги в тенек или к воде. Ну, спасибо, что рассказал мне. Ха! Притащишь, я дам по газам, и мы свалим. Но вряд ли тебе позволят просто так стянуть секретное оружие. Теперь я понял, почему такие награды пиздатые. Охуеть, так это тут, блядь, тут вот делов... Парк мезозойской эры. Конья, не верится, что он все еще стоит. Си, если бы не Сальдадос, я бы тут все растащила на продажу. Странное место для химоружия. Мой Сьерто. Где-то час назад повстанцы сбили вертолет с грузом PG-240X. Военным это не понравилось. Они убили их и забрали груз с места крушения. И мне надо его найти? Парк большой. Где упал вертолет? У информационного центра. Оружие сторожат, пока не прибудет транспорт. Что? Ебануться можно просто. Блять. Не, подожди, стоп! Специально выясните, где хранится PG-240X. Для этого используйте карты, которые можно найти в окрестностях. Устраните командира ФНД и украдите ключ. С его помощью можно открыть холодильник, где хранится PG-240. Добудьте PG-240 и принесите Лоли. Вода помечена, потому что эта хуйня еще будет нагреваться. И я где нахожусь вообще? А, тут целый... Ебать. Так, друзья, я думаю, что этим мы уже займемся в следующей серии, потому что... Полезная инфа. Лола всегда водит с собой запас патронов. Это я уже увидел. Нет, оружие у меня все доступно. Бля, ну это пиздец. А вообще есть смысл? Друзья, напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я прошел хотя бы одну из этих операций, потому что это целые полдня, сколько они всего напридумывали. Это просто жесть какая-то, реально. Это прям жесть. Но если что, можно прекратить операцию в любой момент, я так понимаю. В общем, ладно, в следующей серии посмотрим. У нас делов теперь появилось достаточно. Как бы и этот командир нам дал батёк задания. И как бы там еще есть всякие фишки. И плюс еще операции какие-то. Надо как-то это все будет очень грамотно совмещать. Собственно, этим мы будем продолжать заниматься в следующих сериях. Друзья, огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока, друзья.